Спонсор видео – магазин zakazaka.com, на котором стартовала июньская акция с огромными скидками, а также раздачами дорогих игр и, конечно же, конкурсом ВКонтакте. zakazaka.com. Ссылка в описании под видео. Чудесно, я тоже готов. У нас Pacific Standard, фургоны. Что мы делаем сегодня? Так, мы сегодня, смотрите, давайте мы будем сосредоточены. У нас сегодня ограбление очередное началось. Угу. Угоните почтовый фургон с передатчиком, который можно перепрограммировать и использовать для отключения бомб с краской. Понадобится сфотографировать несколько фургонов, чтобы найти нужный вам. Да, короче, сейчас мы будем фотографировать фургоны. Давай. У тебя есть фотоаппарат или ты так? Я не знаю. А, у меня же в телефоне-то есть, наверное, фотик, да? Тут-то в телефоне-то фотоаппарат-то есть? Не знаю. Ну окей, ладно. Так, мы нашли народ. К сожалению, тех, кто с предыдущего задания, их сейчас нету онлайн, так что придется нам... Так, Олег, мы... водители и навигаторы. Так, что будем? Мы будем с тобой... Подожди, местоположение фургонов известно только группе навигаторов, так что внимательно слушайте их указания, когда будете объезжать цели. Все, будете работать в парах с водителями, показываем дорогу к фургонам. А каким образом? У нас же нет связи с ребятами. Подожди, может быть, они нам будут какие-то смс-ки посылать? Или нам просто можно... А, может, мы просто будем за ними ехать? Одежда, браток. Ты оделся, кстати, да? Да. Ох, у меня... Ты похож на такого. Знаешь, это горячая шаурма, подходи, люляки, бабки, швиш, блядь. Вот так. Чай, кола, солидола. Горячие пирожки. Чай, кофе, капучино. Пляжный вариант, смотри, пляжный. Пиздец, тебе как свитер, такой, знаешь, свитерок именно конкретно. Блин, смотри, у чувака волосы синие. Да нахуёв. В хорошем смысле, без обиды. В хорошем смысле этого слова, да. Так, где твоя тачка? Ну что, садись, да вот моя черная. Это твоя бронированная, окей, садимся. Давай, так, пляжный сезон открыт. Поехали в Турцию. Блядь. Поехали. Вон тут как это вышло. Так, значит, смотри, я их вижу на... Да, езжай за ними. На карте, поэтому я поехал за ними. Я буду читать. Разъезжайте по городу, работайте в паре. Водитель и штурман-фотограф. Штурман-фотограф. Старайтесь не попадаться на глаза. Игроки могут быть услышаны в радиусе 100 метров. Ага, понял, все. Возьми с собой навигатора. Подскажет нужное направление. Трекифай какой-то. Навигатора... Надо было с собой... Так, минуточку. Не, подожди, получается, это что... Это не этого навигатора, потому что они-то вдвоем уехали. Да, мы за ними тогда едем, сейчас будем разбираться. Возьми с собой навигатора. Подожди, то есть машину он должен сесть, что ли? Он, наверное, мы с тобой должны были разделиться, то есть один из этих навигаторов должен был сесть ко мне в тачку, а второй, наверное, к тебе, да? Я правильно понимаю или что? Я не знаю, Алекс, честно тебе возьми скажу. Возьми с собой навигатора. Наверное, да. Твою мать, они же навигаторы, елки, ну мы же не знали. А что они тогда уехали тогда? Не знаю, как им сказать теперь? Не знаю, только если смс-ку послать. Так-то мы, наверное, им не скажем по голосовой-то. Ну ладно, давай. Во, они там стоят, смотри, они стоят, сейчас подъедешь. Они стоят, может быть, пройдет у нас все это дело, сейчас посмотрим. Прошлый раз, насколько я помню, они сами справлялись. Да. Да, я тоже помню. Ничего, я сейчас вот так сокращу. Ты мастер сокращений, я помню. Тачка-то бронированная, нормально. Так, значит, мы катаемся по городу. О, сфотографировал объект, смотри. Он сфоткал. А, так они фотографировали. Во! Что? Что, все? Проиграли? Не пройдено, водитель знает о присутствии. Кого знает о присутствии кого? Данила ДМ. Нет. Данила. А, Данила спалился. Так они могут и сами это делать, Олег. Значит, я так понимаю, что не обязательно сажать их себе в тачку, да? Ну, не знаю, посмотрим. The Dane. Кто он там, The Dane? Очень похож на твой Данил. Ник, поэтому я перепутал сначала. Я думал, как мы же вроде оба сидели. Ну, видимо, фанат какой-нибудь. Наверное, да. Ладно, тогда пускай они так и едут с тобой. Пускай они так и едут вдвоем, а мы с тобой будем, короче говоря... Писали же в комментариях, знаешь, сложная миссия, сложное ограбление. Сложно будет ограбление. Так, ну я так понял, что вот этот вот чувак с синими волосами, он... Типа напортачил. Так, что, садиться надо? Смотри, они вдвоем себе там самое канавибят. Блин, меня машина заела. Ты что фоткаешь, бля? Ты что, манда? На, ёб. Нормально, все, поехали за ними, давай. Они хотят
хотели сфоткаться, селфи сделать. Это не фанаты, это сраные эти очевидцы. Вот и. Они, по-моему, зеваками называются, насколько я помню. Блять, у нас копы, ебаный помидор. Ну ты ушатал двух. Ну ладно, ничего страшного. Она фотографировала тебя, я не мог стоять на месте. Вообще-то да, это реакцию-то надо было какую-то дать. Алекс, давай мастер. Что, арестовали? Нет. А что не стоят? Попробуй от копов скрыться. Попробуй, да. Ну, давай, я заодно уже тогда за ними. А ты их спалишь, наверное, таким образом, нет? А, так это я спалил их? Нет, нет, это тогда спалился чувак. Кто... Нет, я понимаю, у нас сейчас копы, надо уйти от копов, а потом уже нет, к ним, нет, да? Нет, нет, не спалю, не-не, ты в этом плане, не-не-не, в этом плане все нормально, в этом плане мне все схвачено. Сейчас я от копов на тачке на твоей такой. Гудак меня радует, блядь. Конечно, гудак тащит, блядь. Та-та-та-ра-та-та, папа американо, блядь. Та-ра-та-ра-та-ра. Блядь, опять копы, да не может так. Вот, да бибикался. Так заедь куда-нибудь на паркинг, что ты паришься? А давай я, знаешь, сейчас вот так вот, наверное. Паря, что ты паришься, как в песне было? Паря, что паришься? Кто это слушает, я не знаю. Паря, что ты... О, давай, сейчас по красоте. Оба-на! Тачка бронирована, поэтому ей похуй. Ей так, знаешь, надо сказать, ей похуй, ей похуй. Ребята, я вас не шибко палю, ребят. Так, Данилка что-то сфотканул. Ты это самый, не пали реально. Нет, все, отличная работа, один номер есть, начало. Ага, все, а копы никак особо не реагируют. Ну подумаешь, не едь за ними, не надо. Уедь куда-нибудь в подворотню. Нет, Давай сюда. Хорошо, давай направо, сейчас я тогда заеду. Ну мне интересно с ними как-то, да, вот все-таки покататься. Интересно, но копов-то натравить на них не надо. Ну они особо на них не... Нужны только номерные знаки. Надо только номерные знаки, сказал сейчас Лестер. То есть только так. Лестер хуйни не скажет. Лестер хуйню не скажет, да, и не говорит, тёлка. Здорово, да? Тёлка. Пойти ушатать ей в еблет, что ли? Подожди, сейчас тогда еще копов спалишь. Ну? Ты решил зашкериться таким экстравагантным способом? Смотри, как здорово, никто меня здесь не видит. А, охуеть. Скрытность. Ребят, ну чё? Копы прямо над тобой, смотри. Надо мной, да. Сейчас ей едет, смотри, мудачело. А у меня мигает. Блять, а у меня нихера. А у меня мигает. О, смотри, они фоткают пока что. Пусть фоткают, ребята, молодцы. Молодцы, ребята, реально. Мы пока тут... Респект, тут... друзья, все. Вы знаете, что делать. Они не все. Еще одно фото. Смотри, какой-то мужик прибежал. Да все, тебе... все. О, слушай, прошло, я что-то не верил до последнего. Я же тебе говорил, что все будет нормально, а ты мне не верил. Сейчас я еще спущусь с таким экстравагантом. Спасибо, блядь. Никто так не спускался. Никто. Никто и никогда так не спускался. И вообще, я вам даже готов сказать, что никто никогда в жизни тут не ездил на машине. Я пролез здесь, а помнишь, как я застрял один раз на дороге? Помню, да. Там узко было, там было очень узко. Так, я выехал. Ну что, поехали, ребят, опять поищем, да? Теперь у нас все как бы нормально, теперь поехали за ребятами. Как на токе формула один, чувак, извините. Надо озвучивать, Алекс, надо озвучивать. Давайте пусть в комментариях пишут. Мы будем издавать звуки различных моторов, да. А вы должны угадать, какой именно, да, мотор. Да, какой это мотор был. Ну, предположим. Вот это какой мотор был? Это вообще похоже на пропеллер. Вот грузника. Ребят, пишите. О. Ребят, привет, ну чё? Возьмите с собой навигатор, у меня написано. Да нахера нам навигатор? Нахуй нам не нужен. Давай, иди фотографируй. Я не палю, я не палю. Че он творит? Все, проиграли опять? Он зачем врезался в него? Че он делает-то? Конечно, он водители знают о присутствии водителей. Идеально, блядь. Так он врезался в фургон. Зачем он это сделал-то? А что водители-то? Конечно, спалился. А что надо было? Надо было сфотографировать номер, наверное, я так понимаю. А он взял, в него врезался. Зачем водители знают о присутствии водителя. Блядь, водитель как Кличко, знает, ёпта, сказали, да? Сука, тавтология, блядь. Охуенная пать. Маслом масляное. Водитель знает о присутствии водителя. Представляешь, ты такой посмотрел, ты посмотрел в мою сторону. О, водитель! Я знаю о присутствии водителя, да? Ну как-то так. Я же знаю присутствие водителя. Твою мать, а. Так, чувак с синими волосами, ты уже лажаешь третий раз, или не ты лажаешь? В GTA мы играем в GTA, то есть получается, да? То есть когда GTA, я в GTA люблю играть в GTA. Мы играем в GTA, потому что GTA. В теннисе я люблю только теннис. Теннис, да. Теннисный теннис. Теннисный, блядь. Так, я опять за руль. А, или ты за руль. Ну, давай я попробую. Давай. Так что мы делаем, за ними? Ну, давай пока кататься за ними, желательно копов не агрить, как в тот раз. И просто давай кататься за ними, потому что я так думаю, что это самое правильное решение. Мы с тобой водители, правильно? Что? Мы с тобой водители, а они два фотографирующих.
Блин! Ой, тёлка сбила, ни хрена тёлка отлетела, блядь. Нормально! Шепета, блядь! Подъехать к копу и так сделать. Я проеду между пар. Проеду, да? Нет, нет. Я думаю, что если ты подъедешь к копу, так он, наверное, юмор это не поймет. И точно подумаешь, что там клоуны сидят. Тогда нам точно хана. Слушай, а нет клоунских нарядов здесь? Я причем видел даже... О, Лакоста, Лакоста сидит. Да, серьезно? Да, Олег, мне написали, что Лакоста сидит. Прекрасно. Ну, сейчас приглашай. А, уже некуда. А как я приглашу? Сейчас, давай, Олег, тогда мы сделаем с тобой так. Да пройдем это задание, а на следующее ты можешь пригласить уже. Да, и, наверное, да. Хотя я хотел сказать немного иное. Ну, ладно, я сейчас подумал. Были у меня немного иные идеи по этому поводу. Я даже думаю, что ты догадался, какие. Но пока вроде неплохо все. То есть ребята знают, что делать, и это уже хорошо. Ребята знают, что делают, но ребята постоянно лажают. Это, конечно... Сказал наводит... так, знаешь, как царь прям, батюшка. Да, это, конечно, наводит на мысли на небольшие. Нет, ну не то чтобы лажают, конечно, мы-то вообще не знаем, что делать. Лакоста одна, а их двое. Вот. Ну, вот, да. В итоге нас трое. Видишь, я математик от бога. Да. Так, учимся дрифтовать! Дрифту! Да. Я думаю, что в жизни я бы не научился так. Нет, никогда. Хотя, как знать, если бы несколько раз... Блять, вот так... ну почему те столбы можно сбить, а эти нельзя? Чем? О, они наверху, что ли? Да, бля. Они на мосту едут. Я тогда в тот раз их тоже засекал, но я как-то снизу проехал. Вот скажи мне, где их искать? Вот так-то вот так, без навигатора, Олег... мы же не знаем, где они, правильно? Наверное, без... знаешь, что по ходу дела мы реально с тобой, Олег, кажется, неправильно все делали. Наверное, да. Надо было одного навигатора сажать к себе в тачку, а одного туда, одного сюда. И просто банально чисто. Давай, сбивай. Тут какой-то клуб жирных людей, я смотрю прям. Фэтбой, блин. Фэтбой, я чиканаду. Сагри копом, давай. Нам все равно здесь заняться нечем, все равно ребята все делают за нас. Правда, их постоянно палят, но это не важно. Не, ну, блин, клевый гудок, мне нравится. Чего? Игрок The Dennis сфотографировал, я даже выговорить не могу. Сфотографировал объект, фургон. Блин. Воу. Все, сфотографировали? Нет, один. Едем за ними. Я по-прежнему написано, возьми с собой навигатор. Привет, ребят. Они слишком быстрые. Они очень шустрые, да. Они очень быстрые и шустрые. Спокойно? Бля, я кого-то сбил, слушай, у меня кровь там на переднем. Да, ты конкретно, ну ты же сбил вот этих вот, да, вот тучных людей, которые там стояли. Гроза тучных людей, блядь. Блядь, нихуя. Меня развернуло. Тучных людей. Сбил группу из тучных людей. Группа тучных людей. Вчера группа из тучных людей была сбита неким летсплейщиком Олегом Брейном. Свидетели также зафиксировали, что позитивный Алекс находился в автомобиле в момент ДТП. Свидетели очевидцев, блядь. И фотографии такие, знаешь, безумных лиц, таких за рулем, блядь. Внимание, розыск, да? Петровка. Заметь, сколько мы тучных сбили, заметь, копы тучных не ищут. Ну, кто сбил. Ты заметил странность, да? Странность, да, действительно. Ну, видимо, как бы, блин, нахрен, копам тучные люди, видимо, тоже не очень нравятся. Поэтому популяцию можно сократить немножко. Это какая-то дискриминация, на самом-то деле. Популяция. Надо срочно подать иск на Rockstar за это. Да. Международную какую-нибудь организацию, международный суд. По правам человека, по правам тучных людей. Но есть по правам черных там, по правам там краснокожих. А по правам тучных людей наверняка тоже есть. Воу, как тебя мотает. Нормально. Куда вообще ребята уехали, а? Ты не знаешь? Я не, вот тут где-то стоят. Да, действительно стоят. Вот смотри, как удачно, ёпт. Да, действительно круто. Стой! Блин. Я догоню тебя или нет? Ну, наверное, или нет. Второй вариант, да? Как передать его? Другу позвони еще. Я догоню тебя или нет? Возможно. Скорее всего. Стараюсь ответить, да? Беру подсказку. Куда он едет, объясни. Звонок другу, ёпта. Куда он едет реально? Водитель не знает. Он через дворы какие-то проехал. Через года. Ой, блядь! Ой, блядь! Действительно, согласен. А вот он как же нашел фургон. Все, сфотографировал, смотри. Я понял дальше что. Просто красавец. О! Нормально, разобрались. Можно, остался теперь еще один номер. Блядь, аж сердце ёкнуло, твою мать. Я думал, все, сейчас спалю.
не-не-не, нормально. Нет, ребята, когда мы едем, я так понял, мы особо никого не палим. Это вот они могут спалиться с фотиком, а мы-то, ты напросто, видимо, волнуешься. Ты заметил, какая скорость у них передвижения? У них вообще шикарная скорость передвижения, они как молния. Девочка-молния, быстрее всех на свете. Я девочка-молния, человек с Малавы, я помню, был, блядь. А паровозик я никогда тоже не забуду. Томас, блядь, а? Паровозик, который ехал, пыхтел. Кто это орал так? А, это... Ехал, пыхтел и разговаривал. Все? Слушай, смотри, игрок, да, сфотографируй, какой молодец, а? Какой ты малорик, ждите взлома базы данных. Ну, идем. Ты радуешься, я понял. Что дальше? Все? О, что там клацает, слышь? Слышу, да. Встал, смотри, что делает. Че, че, ребят, творите? Мы тоже давай выйдем. Типа встретились, знаешь, на дороге, блядь. Здорово, давно не виделись, еще со школы, да, типа. Да, действительно, где вы были, блядь? Угоните фургон, поехали. Так, вижу теперь, я вижу отметку на карте. Алекс, мы пройдем эту миссию? Я вообще в шоке. Честно говоря, я не в небольшом шоке. Как у нас вчера был этот, Томас Данисимо или как там? Тони Данисимо, блядь. Данисимо там, да. Было дело. О, что-то сфокусировать. Так, пользуйся этой версией, пока она работает. В новой будут микросхемы, на самом деле нет. И голосил, да ладно, бред ты этот принесешь. Стопы. Во, все, Олег, смотри, нам показали на карте. Да, поехали. Че его сбили? Насмерть, что ли, сбили-то? Ты че, умер? А, у меня закрыта машина. Ты видел, как он, сука, на месте сальто хуячит? Что это такое? Олег, ты туда едешь? В смысле? За фургоном же еду. А, как за фургоном? У меня по карте показано, что надо ехать куда-то вот, куда-то по карте. Нормально. И не за фургоном. У меня по карте показано, что надо ехать куда-то вот направо сейчас. Да, вижу. Я еду за ним, то есть за фургоном. А он прям... Куда он едет? Я не знаю, куда он едет. А, он решил сократить, какой молодец. Ну, давай. А он не разобьет вообще фургон? По-моему, копы за нами херачат. По-моему, тоже. О, еще один автобус. Блин, для этих фургонов, знаешь, тут хоть жопой жуй. Хоть жопой жуй фургоны. Надо было налево сейчас повернуть. Надо было. А что он делает? Он вообще не туда. Что, а он может, он какие-то около там что-то, да. Слушай, по-моему, он тут и изучил всю карту настолько досконально, что он просто едет дворами. А зачем? Можно было спокойно здесь проехать. Нет, можно было спокойно пошутить. Да он сам, блин, небось, заплутал. Че, ты что творишь? А где второй-то, елки? Почему там? А второй охуенное сальто сделал. И, наверное, сознание потерял от этого. Я просто забыл, у нас машина. А вон он догоняет нас, вижу второй. И вижу втором на карте. Ага, вижу, да. Ну, нормально. Неужели мы ее реально пройдем? Ты знаешь, я даже сам в шоке, если честно. Ты тогда Лакосту на следующее пригласишь? Сейчас приглашу, конечно, обязательно. Слушай, Олег, как-то получилось очень короткое задание. Давай прям второе. Да, я согласен. Давай второе, да. Ребятам спасибо, респект за помощь, реально. Молодцы, да. Это сложно, это видно, сложно было сделать. Реально было сложно. Мы сначала думали, что ребята не понимают, что они делают, но как видно, что все нормально. Просто это было сложно. Все. Ну все, да, сделали, да? О! Красопепа! Этот грузовик, да? А ну-ка, отошел. Транспондер, значит, должен быть где-то там, да? Ну где он? Молния, я тебе говорю про девочку-молнию. Девочка-молния, да? Да, та самая модель, а вы посмотрите. Шикарная баба, смотри, какая. Доставьте это человека Лестеру. Доставьте это человеку Лестера. Вот человеку чисто Лестера, Человек Лестер. Смотри, я опять серебром. Мне нравится быть серебром. Серебро. Дань, молодец. Вот это, Данит, да? Молодец. О, мне уровень повысили. Я прокачался. Вот давай Лакосту и Даню этого возьмем. Давай. Все, ребят, мы, наверное, сейчас ненадолго прервемся, и потом уже на следующем задании будем в новом составе. Давай. Все, да. Я-то запись. Так, ну что я тогда делаю? Я тогда еду домой. Давай, Олег, поехали домой. Все, пошла жара. Так, надо выбрать себе... Ух, нихера тут костюмы какие. Так, давай, клешни, партизан, рейд. Кстати, костюм крутой, действительно. Смотри, какой клевый. Нормально, все нормально. Все, отлично. Так, Олег, а ты прочитал, что мы будем делать-то? Доставьте передатчик Ави Шварцману, эксперту по коммуникациям, чтобы он настроил его частоту бомб с краской. Ави сейчас в бегах, он обитает где-то в северном Чумаше. Ага. Чумаше, ёпта. Чумаше. Так. Чумаше. Нормально. Так, я готов, чё? Я тоже. Все.
Все, погнали. Так, смотри, какие пацаны у нас, да? Нормально. Четкие ребята. У одного синие волосы. Разноцветные волосы у нас. Смотри, красные, белые, синие. Какие угодно. Как светофор, блядь. Я же говорю вам, ребят, все нормально. Так, Лакоста садится. Теперь к нам присоединяется Лакоста, как обычно. Она садится в свою тачку. Олег, мы с тобой, как обычно. Не-не-не-не. Он не сядет. Он не сможет. Давай. Ты давай в свою тачку иди. У тебя есть своя машина. Так, садись. Прости, дружбан, но ты не сядешь. Да, но ты, к сожалению. У тебя же реально своя тачка есть, поехали. Все. Так, вижу отметинку. Ну, Лакоста уже рванула, молодец. Зачем, собственно, спрашивается? Ну, я не знаю, может быть, там особо-то ничего сейчас такого шибко происходить-то не будет. И, наверное, она хочет приехать туда первой. Да, вы просто... Давай. Блядь. Олег, эта тачка должна быть у тебя очень скоростная, она должна очень быстро ехать. Она очень хуёво себя ведет на дороге. Очень хуёво, да. Она практически не поворачивает. Чё-то как-то стемнело. Стемнело, да. Вечерело. Смеркалось, блядь, да? Стоит топным, ёпта. Ага. Так. Ой, меня аж фризануло что-то. Меня тоже лагает. Меня реально тоже лагает. Машина слишком быстра. Машина слишком быстро для этой игры. Давай. О, поворот, блядь. О, поворот. Это что было? Доберитесь до места собаки. А, сбор. Олег, ты знаешь, что ты убил чувака за рулем? Да пох. Так, смотри, там лодка. Судя по карте, там лодка. Бля, куда я приехал? Нет, не туда, там гараж. Нам не надо в гараж, нам еще рано в гараж. Нам на другую сторону. Понял. По-моему, ты проехал, нам надо на пляж. Там я там не проеду, нет? Блядь. Нет, к сожалению, нет. Там больше есть такая выезд такой на пляж. Ну, рядом с пляжем. Да, сейчас найду. Блин, я тут... Не так часто езжу просто. Да, мы тут редко ездим, согласен с тобой. Поэтому даже и вот эти вот гребаные деревья, которые зачем-то были тут высажены неаккуратно, они нам не помешают ни в коем случае все-таки добраться до места. Нас все равно надо ждать. Нас все равно надо ждать по-любому, да. Си-шарк. Ну, красиво, согласись, да? Да, классно. Вот я не помню, такая, так? В принципе, в игре есть такая погода? Что такое зарево было? Чтобы было такое зарево, я тоже, честно говоря, не помню. Как же, блядь, на юбе, да? Но выглядит шикарно, согласись, да? Да, выглядит очень шикарно. Красиво. Блядь, у меня фары нет, капота нет. Не перестаю удивляться все-таки GTA-шке, блядь. Не перестаю удивляться. Как, блядь, не играем, 155-я серия, блядь. Все равно, сука, тащимся от этого. Тащимся, блядь. Блядь, на 200-й серии. Алекс, а мы вообще бывали здесь? А помнишь, мы как-то сказали при предыдущей серии, а мы вообще здесь ездили? Вот вы представляете, насколько огромная, блядь, карта, что мы не помним, ездили мы тут вообще или нет. Ну, такая игра. О, смотри, какой грузовик. Смотри, какой клевый грузовик. Интересно, это можно сзади угарнуть? Хочешь, попробуй? Ты решил концертик? Давай. Сейчас, надо как-то ебануть его. Блядь, стой, Алекс! Мой сойди! Давай, я остановил его, пробуй. Давай я в багажник залезу. Он же не будет против? Не знаю. Можно? Да. Сейчас, подожди. Холодильник, подожди, где какой-то мусор? Подожди. Олег, я первый раз вижу такой грузовик, у которого мусор сзади. Отлично, сидите там. Принеша поехал, все. Ребята, извините, мы... Кто выпал? Нет, никто не выпал. А, не, он не по угару, я просто еду там. Я первый раз, честно говоря, вижу такой грузовик. Со стиральной машиной сломанной, блядь. Нормально. Нормально. Едем, сиди там. О, смотри, он на воздухе сидит, как гопник. Кто? Данил, гопник, смотри. Не, Данил сидит нормально. У меня как гопник сидит. Ну как, да, но он как бы сидит не в воздухе. Он сидит вполне нормально. Да, как гопник, но не в воздухе. Воздушный гопник. Скайгопа. Это мы так приехали, да? Практически, блядь. Олег, на чем мы приехали на тачке? Ехали на крутой тачке, ёпты. Куда ты идёшь? Блядь! Сука! Где это было? Алекс, какого хера вообще спрашивается? Я финт вырулил. Тут чувак, смотри, сидит тело, смотри. Кто, какое тело, где? А чё на мне? Садись. Во! Олег, ты ко мне или ты отдельно поедешь? Давай я к тебе. Давай, я тут смотри, Олег. Блядь. Извини, я немножко отплыл сейчас. Давай. Ты сел? Сел, поехали, погнали. Так, чего нам надо делать-то? В закат давай, Алекс. В поисках лучшей жизни. Доберитесь до острова, тут остров есть. А, да, тут острова же есть. Есть остров, я тоже сейчас, как-то сейчас молниеносно начал вспоминать, какой тут остров. Я помню, Олег, мы даже там прикалывались, походу дела, это тот остров, где я упал на вертолете один раз. Это он, да? Наверное, да. Хотя, может, это и не он. Тут их... Что там такое происходит? Смотри! Где? Что-то ракета летит? Не знаю. Тут ракета вот в воздухе. Это кто-то уже прикалывается из наших, видимо. Доберитесь. По звуку, как будто бензопила работает. Или газонокосилка. Газонокосилка, скорее, да.
Такое ощущение, что это реально, блин, газонокосилка. Но, блядь, выглядит все, конечно, шикарно. А ты слышал, есть такой фильм про анального кролика, по-моему, или члена кролика. То есть там кролик-убийца, который ищет студентов там, и отрывает им члены. Да ладно. Есть такой фильм короткометражный, да. То есть он отрывает им члены, по-моему, и убивает таким образом. Фильм-то, наверное, комедийный? Или это ну, как тебе сказать? Он идет минут 15, по-моему, финский фильм. Финский? Я недавно видел, да. А что с финнами такое? Что вообще у финнов в голове? Что они такое делают? Не знаю. Я помню, как они этого кролика убили. Они его, в общем, возбудили и отрезали ему его достоинство. Анальный кролик. Ты, блядь, какой ужас. А помнишь, была анальная мартышка, блядь? У этого Брюса всемогущего. Мартышка в жопе. Да, помню. Анальный кролик. Анальная мартышка, говорит, ко мне. Это было прикольно, да. Анальная мартышка. И она вылезла, главное, оттуда. Она, блядь, нахуй туда залезла и потом вылезла оттуда. Но нам этого не показали. Ну, потому что это была бы уже пордуха, если бы нам показали. Прикинь, мартышка из жопы вылезает. Большая причем. У вас все хорошо. У вас нет проблем, блядь. Ой, блядь. Анальная мартышка. Вы абсолютно здоровы, но правда дырка после меня осталась. Анальный кролик. Вулканы кратеры, блядь. Так где остров-то, ёпты? Да вот сейчас плывем туда. В смысле, едем. Очень долго, на самом деле. Представляешь, как здесь укачивает, наверное, на волнах этих? Да пиздец. Хорошо, что у моего персонажа яиц нет. Да? У твоего нет, а у моего-то есть. Ну вот, да. Сейчас за рулем. Бля, что это было? Прикинь-ка, чё? Ты под водой оказался? Нет. А. Смотри, остров! Чё, реально? Да, впереди вижу остров. Серьезно? Остров. Так это тот остров угара. Потерянных людей, да? Остров угара. Остров угара. Остров угара. Угар-ленд, блядь. Угар-остров, блин. Island of Ugar and Positive. Такой, да? Island fucking угар. Папин угар? Fucking угар. А, fucking угар, я папин угар. Что-то мигает. Это как помнишь, у нас что-то есть, да. По-моему, там вертукан летает, да? И, по-моему, он что-то палит уже. Надо оружие брать. Надо. Я-то не могу, как бы я за рулем. Я еще факт показываю. Я факт ты показываю. Так, ребята, стойте, там вертук. Так, я волнам показываю факт, нормально? Фэша, так, смотри, мы приехали. Ой, твою мать, ты видишь на радаре, я ебал. Блядь. Что-то Данила упал, походу. Все плохо удалось. Данила мастер что-то как-то не подошел. Так, вертуха надо сразу ебануть, походу. Походу дела, да. О. А ты нас не шибко спалишь? Я, это не я, это лакоста была. А, понял. Блядь, сколько тут народа. Блядь, сколько там народа, ребят. Вон они бегают, смотри. Магнитные бури же, ёпты. Пошли поближе. Пойдем. Подожди, а тут даже спрятаться-то негде. А где там, какой-то бункер или что? Да. Там какое здание? Да? Олег, вон они в кустах, смотри. Я за деревом спрятался. О, нет, я, пожалуй, вниз немножко спущусь. Блядь, ты куда ж ты? Я не понял, вертухан что ли прилетел? Твою мать! Опять вертушка. А, вот. Вот, ребята. На, родной. О, хорошо. Ой, хорошо пошла. Нормально, да? Блин, темно еще, нихера не видно. Нихера, блядь, не видно. Ну, сука, палят. Я не... Блядь, меня убили! Да ладно. Серьезно, да, но у нас есть еще одна же отлично. Часть. Старайся не высовываться тогда. Я вообще старался просто, я даже ныкался. Ну, ладно, бывает. Откуда гасит, не могу понять, с воды что ли? Я только на автоприцел стараюсь надеяться. Конечно, я так и делал. Ребят, по-моему, там один остался. Да. Я вот так не вижу, я тоже реально сейчас нацелюсь чисто на автоприцел. О, аптечка, отлично. Так, аптечку взял. Кто сука. Там гасится? Что за мудоёб? Все, что ли, нет? Все, да. О, смотри, а тут же не было ничего, да, раньше? Нет. О, смотри. Хера? Что такое хуйня? О, нет, господи, нет, спать, пошла. Не надо было мне высовываться вообще, иди сюда, сука. Все же было хорошо. Дернул черт ответить на звонок Лестера. Твою мать, а ладно, иду. То есть это нам надо будет сейчас его доставить, да? Желательно живым. Блядь, ты представляешь, что сейчас будет? Вот это я напрасно умер-то. Ну ладно, будем надеяться, что все пройдет нормально. О, окей. Надо сваливать отсюда скорей. Чувак такой на измене. Ну, ману моей, блядь. Так, а чё? Сели, ёпты. К нему садим скорей. А куда? На скутерах, что ли? Я к нему в полицейский сел. А, понял. Все погнали. Веселая пати. Веселая пати, ёба. Что-то гасится, по-моему, не? Да, гасится по самой яйке. Блять, ты не танцуй, ты ёба. Надо сныкаться, Олег, здесь. Блять, ты как-то...
А как здесь сныкаешься-то? Я вот никак не сныкаешься. Я присел. Может, базукой хуйнуть? Где вертолет, блядский? Ты поаккуратней. Блять, как? Блядь, ты ж нацелил! Ладно. Да я ж нацелился, стопроцентно было. Смотри, она не долетает нихера. Не долетает, потому что он нахрен в движении небось находится. Что-то упало, по-моему, не? Блять, кто-то выпал! Я выпал! Как выпал? Нет, блядь! Подержись! Верни с Олегом! Верни с Олегом на куст! А все, ты залез, конечно. А Дэнни? Дэнни здесь. Че я валяюсь, бля? Че я валяюсь-то, ёба? Не, нормально, все поднялся. Да не стой, ты дура там. Как-то, вы как-то присели, что ли? Мы все присели, да? Все присели, как ты присел так? Как ты так присел? А я вот подошел к этой вот стеночке, которая вот тут впереди, и нажал. А, я понял, все, я понял, да. Да-да-да-да-да. Давайте уже тогда не высовываться. Я вот так решил. Сели, сидим, так и чисто. Только там, нормально, нормально. Слушай, тут узко, тут очень узко ущелье. Очень узко, да. Тут мы по каналу по какому-то просто плывем. Алик, ну что, анекдот расскажешь какой-нибудь? Ну знаешь, да. Короче, анекдот не очень, конечно, новый. Но ехали бы как-то... Блин. Где ты? А ты что было вообще? Вода в катере нас заливает. Вы что, ребята? Слушай, Олег, а тебе не кажется, что вертухан, который за нами летит, он как-то не проявляет к нам никакого и неинтереса, просто летит? О, Данька! Ой, кто-то выпал! Блядь, Данька! Данька выпал, походу. Даньку потеряли, Даня. Даня, вернись. Данилов, давай. Даня, вернись. Я не хотел, просто случайно. Так получилось. Даня, вернись. Сопроводите Ави Шварцмана. Ну, я же говорю... Все, гасится! Блядь! Воу, ребята! Нас задавило! По-моему, Данька замандражировал, не? По-моему, тоже. Теперь я не буду. Чего теперь не буду? Чего-то, короче, стрёмно. Слушай, а куда там водопад? Там некуда дальше. Все, наверное, выходим. Блядь, подожди, а под водопадом что? Что мы делаем? Смотри, смотри! Смотри, что он творит! Смотри, что делает! Да ладно! Нихера! Блядь, я выпал! Блядь! Что происходит? Что, меня водопадом снесло? Нихера себе! Алекс, мы перевернемся сейчас! Твою мать! Я вывалился, а вы что, вы живы? Да? Мы боком все, там. Я плыли. я тогда по берегу побежал, все. Я погнал по берегу, сейчас я. Подождите. Ты сможешь до нас добраться? Да, смогу, постараюсь. Все, я бегу, ребята, к вам. Все, здесь есть где подняться. Сейчас я эту тачку угоню и постараюсь к вам уже прибежать. Слушай, ни хрена себе, ты видел, что он сделал? Да, это жесть! Лакостер же за рулем, да? Да. Нихера, а, по-моэтому себе... она же за рулем. Ну она конкретно знает. Ну, эпично, вот. Это была реально эпичная тема. Плыву к вам. Это было прекрасно. Ребята, плыву. Что со мной? Плыви. Блин, зря тратим. Блять, забирайся, ебаный. Бля, мы падаем! Что такое случилось-то? Вы что творите? А мы к тебе, получается, ты тут? А не надо было ко мне-то, я ж как раз к вам-то бежал, уже хотел на лодку сесть. Прыгай к нам, где ты? Вот, я под водой, сейчас плыву. Я под водой. Извините, ребят, но правда мы... Не, ну, а никто не застрахован. Да это мог быть любой человек из нас. Никто не застрахован на такой жизни. Прячься тут. Я уж сяду тут. А нет, подожди, стоп. Сейчас смотри, сейчас жесть номер два будет. Подъем, смотри, сейчас подъем будет. Так, держимся, ребята, держимся, присядь. Вопрос только как? А он у меня, блядь, не садится, сука. Я подхожу, он... Чё за толпа, блядь? За проезд оплачиваем. Контроль, блядь. За проезд, ёба. Давай. Бежим вперед. Блядь, что? Да, опять вылез. Блядь, тихо, ребята, вернули. Сейчас обью, стойте. Чё это вертолет, блядь, под воду опустился, смотри. Вертолет под воду? Как это так? Я бы хотел сбить, а он, блядь, опустился. Алекс, давай. Все, заплыву. Чё, реально под водой? Да. Алекс, у нас время. Плыву. Стараюсь, как могу. Вы думаете, это так просто? Плыву. Да, кстати, время. Я только сейчас, если бы Лакоста не сказал, я бы не знал даже. Это как в тот раз, помнишь? Ты залез? Собирайся. Все, поехали. Ты иди вперед и старайся бежать вперед, когда что-то видишь. Вот так вот. Я просто сел, смотри, сзади. Беспалево. Серьезно? Да, вот смотри. Я сзади сижу, блядь, беспалево. Да, я тоже попробую. Видишь, как я делаю? Только как туристы, понимаешь, как туристы. Так изначально надо было. Ты думаешь, мы успеем? Мы столько времени потратили. Столько времени потратили на эту канаеб. То один выпал, то второй выпал. Я два раза выпал вообще. Я тоже выпадал. Она, видимо, выбирает точку. Я хочу тоже посмотреть. О,
Алекс, я боюсь, что мы... Это надо перегнуть все озеро за это. Посмотри на карте. Ну, сейчас у нас подозрение. 4 минуты-то есть. Я не знаю. Ну, давайте, давайте попробуем, ребята. Я понимаю, что я пару раз выпал. Я понимаю, что задание непростое, но... Ты знаешь, я вот не уверен, что мы успеем. Посмотри на карте. Посмотри, на куда надо херачить. Ну-ка. А, вижу, да, вижу. Угу. Ну подожди, может быть еще шанс. Может получится, да, почему бы нет. Был бы вертолет, кстати, была бы вертушка. А на вертушке можно было бы быстрее. На вертушке можно было быстрее, но я так понял, что на вертушке нельзя. Я так понял, что нам по-любому в катере надо. А там же суша, там интересно тот факт, что там суша, то есть ты там не проедешь. Подожди, ну мы наверное, пересадим сейчас? Да, наверное, да. Или нет, подожди, можно добраться, вот тут есть... Да, да, тут есть залив. А, канал маленький, смотри. Да, видишь, я думал, это дорога сначала. Что там гасится-то? Нет, пока все нормально. Блин, я очень эпично выпадал, конечно, это будет супер. Это да. Это прекрасно. Окей. А я, главное, стоял спокойно, уже и так, блин, нахрен стал, и сяк стал, и все равно вывалился. Да на меня выпадает. Да, надо было просто сесть, оказывается, да? Вот так бы и сидели бы, и никто бы не выпадал. Спокойненько. А мы как туристы, реально. Правил, не знаешь, блядь, на катер накатили. На прогулочный катер, ёпта. Плевать, что там с ракет гасится, да? Да, да, вертуханы какие-то летят, блин. Чего? Чего? Проверяет, видимо. Копы, смотри, я даже вижу, уйдите от полиции! Две минуты! Мы с тобой потерпели фиаско, походу, в этом задании. Может быть. Потому что копы, надо уйти от них еще. Плюс время. А сколько времени ты давался изначально? Минут, наверное, 7, наверное, или 8, да? Ну, я так думаю. О, вот и залив. Вот он, да. Что-то не похоже на залив. А, пытается от полиции уйти за минута 35. Я не знаю, получится или нет. Значит, мы поняли. В следующий раз надо тупо сесть... И все, потому что мы реально минуты 4 потратили, пока один выпал, пока второй выпал. Хорошо, ладно, в следующий раз, если мы сейчас не успеем, а мы сейчас, скорее всего, не успеем, то мы уже будем все делать по уму. Ну реально, первый раз проходим, так хрен-то. Ну кто ж знал-то, я вообще на время не смотрел. Я тоже не смотрел на время. Это как в тот раз, да, по нам гасится? Ну... Да, гасится. А мы туристы с тобой сели, блядь. Мы ни при чем, я вообще даже внимания на них обращать не буду, буду просто ехать. Твою мать. Выпал? Слушай, он убил его? Оттуда чувак выпал? Все. Не поверишь. Молодец. Так у него снайперка. А, смотри, вот этот канал, значит, да? Угу. А там закрыто. Слушай, а как мы там проедем? Там а не знаю, наверное, может быть, реально надо было на берег. Ты а? Видишь, там проезд, проход этот закрыт. Закрыт. Там что-то есть. Ребята, извиняйте, походу... А, попутала, да? А видишь, она что сама... Что попутала, она говорит, ребята, извиняйте, типа как, ну, попутала или что-то. Не, подожди, тут именно копы, может, из-за этого заслон. Вот же канал... Нет, так... Подожди, а по каналу-то... Вот, видишь, да, вот впереди на карте, видишь, да, вот там канал справа? Да, я вижу, но там была какая-то заслонка, там что-то стояло в воде. Да, и поэтому там было немного берега, но мы бы там все равно бы не проехали. Ну ладно, ребят, давайте заново начнем, там уже 10 секунд как бы беспалевно. Все, мы приплыли. Вон, едет навстречу. Едет. Давайте, Лек. О, классная тачка, короче, сейчас все влезем. Наверное. Назад давай. Вы взяли давай, машину? Ави, садись, блядь, назад, придурок, а. Вы машину взяли? Вот, взяли, да. Блядь, я четырехместную взял. Ави, садись, давай, я сзади сяду, все. Все, поехали. Я вот так вот не выпаду, если так буду ехать. Езжайте, я за вами. Блять, я выпал. Мы выпали. Давай тачку Лакост угоним, слышишь? Все. Давай, все. Да нет, угоним, твою мать. Садись. Алекс, садись. Все, да нет, мы и поедем. Блять, ты не поехал сам. Поехали. Поехали, да. Я, конечно, водила, блять, тот еще. Коп, иди нахуй. Все, сейчас дай спокойно все будет. Все, поехали, ребят. Ну тут уже с копами как бы можно ездить, не страшно. Чё я за говно угнал, Давай, родной, давай, блядь. Минута же. Ну, родной мой, быстрее. Самое главное, видимо, чтобы он доехал. Давай. Всё, я вижу уже. Я тоже вижу. Всё, мы, кажется, успели. Вы... Блядь, что у вас произошло? Не-не-не, он в другой машине. А, всё нормально? Нормально. Броняха сейчас вырулит, всё норм. Блядские копы. Мы типа приехали уже. Всё. Охуенчик.
Это было больно, Алекс. Это было больно, да. Нам писали, это сложное, самое сложное ограбление. Это сложно, да, мы даже такого не ждали. И вы чё? Какой ещё коп? Я работаю с Лестером. Он сделал то, что нужно, всё. Сделал, да? Сделал, конечно, сейчас сделает. Я не могу настроить эту хрень на чистоту. У меня нет инструментов. Тебе крупно, говорит, повезло. Все, ну нужны инструменты у меня есть, пошли. Лестер будет ждать вас в обычном месте, не беспокойтесь. Все будет готово вовремя. Ну ладно, окей, ладно. Ничего себе, вот это было эпичное задание. Да, подготовительное, заметь. Схрена ли я опять серебряный? Почему я постоянно серебряный, а? Что за манера вообще? Это судьба. Ла-ла-ла-ла-ла. Слушай, это мы решили совместить две миссии в одной, что ли? Да. Да. Все, ребят, мы прощаемся. Давайте, ребята, все, всем удачи, пока, да. Встретимся еще на ограблениях. Надеюсь, что остальные ограбления будут не такими сложными, как было это. Мы не будем выпадать больше из лодок и делать вид, что нам не хватило времени. Все будет хорошо. Все будет нормально, да. Все будет нормально. Пока-пока. Да, всем пока.